Мэг, это Марк. Можно войти? Марк, привет. Что ты здесь делаешь? Вирджиния сказала, что ты в полиции. Только что говорил по телефону с Беном. Он такой расстроенный. Он просил меня зайти к нему. Думаю, дело в тебе. Но сначала я хотел посоветоваться с тобой. Ты уезжаешь? Мэг? Да, Марк, я возвращаюсь домой. В Канзас? Да, в Ладлоу. А Бен знает? Нет, и я не хочу, чтобы он знал. Что ты имеешь в виду? Ты в этом уверена? Ведь ты говорила, что хочешь остаться здесь. Марк, я пыталась, но жить в одном городе с Беном мучительно. Я больше не выдержу. Всякий раз, когда я вижу его, когда говорю с ним, я вспоминаю, как сильно он любит Марию. Мэг, он любит и тебя. А вот в этом я уже не уверена, Марк. Он думает только о Марии и все его мечты о ней. Он настолько на ней зациклен, что даже меня называл Марией. Это было в пещере. Бен бредил. Нет. Он бредил и сегодня, когда пришел сюда. Он назвал меня ее именем несколько раз. Правда? Если бы я его так не любила, было бы легче. Но я люблю его. И мне придется уехать, потому что оставаться мучительно. Мэг, если ты действительно этого хочешь, я приму это. Но ты уверена, что это не происки Энни? Она заставила Бена называть меня Марией? Не знаю. Она подделала дневник Марии. Может, она заманила тебя в пещеру? Я бы не сбрасывал ее со счетов. Может, она как-то контролирует сознание Бена? Почему нет? Все может быть. У Энни, конечно, есть определенные способности, но она не великий Гудвин. И как мне не хочется обвинить ее в этом, я не могу. То есть ты отказываешься от Бена? Марк, я так долго пыталась достучаться до него, но я устала конкурировать с призраком Марии. Я больше не могу. И не надо, Мэг. Прости, что так долго докучал тебе. Просто хотел убедиться, что ты все продумала. Продумала. С самого начала я был не в восторге от твоей дружбы с Беном. Я знал, что у него не лады с прошлым. Но он так хорошо к тебе относился, и я смирился. Я больше не верю обещаниям любви Бена. Мне нужны не только слова, Марк. Не только. Ты права, Мэг. Я желаю тебе всего самого наилучшего. Но я буду скучать по тебе.